Беседа первая. О святых Маккавеях и о матери их. Как блистателен и радостен у нас город! Сегодняшний день светлее всего года. Не потому, чтобы солнце сегодня бросало на землю лучи светлее обыкновенных, а потому, что свет святых мучеников озарил наш город блистательней всякой молнии. Подлинно они светлее тысячи солнцев и блистательнее великих светил. От них земля сегодня великолепнее неба. Не говорим ни о прахе, не представляй пепла и истлевших от времени костей их. Но открой очи веры и посмотри на присущую им силу Божию, на облегшую их благодать Духа, на окружающую их славу небесного света. Не такие лучи падают на землю от солнечного круга, какое сияние и блеск исходит из этих тел, ослепляя даже взоры дьявола. Как предводители разбойников и расхитители гробниц, увидев лежащее где-нибудь царское оружие, латы, щит и шлем, все сияющее золотом тотчас отскакивает прочь и не смеет ни приблизиться, ни прикоснуться к ним, имея в виду великую опасность, если осмелится сделать что-нибудь подобное, так точно и бесы, эти истинные предводители разбойников, где увидят лежащие тела мучеников, тотчас отскакивают прочь и обращаются в бегство. Они смотрят не на смертную их природу, но на неизреченное величие Христа, который действовал в них. Подлинно, в эти оружия облекался не ангел, не архангел и не другая какая-либо сотворенная сила, но сам владыка ангелов, как и Павел восклицает: «Вы ищете доказательства, что Христос ли говорит во мне?» 2 Коринфянам 13:3. Так они могут восклицать и говорить: «Или вы ищете доказательства на то, что в нас подвязался Христос?» Драгоценны эти тела, потому что они приняли раны за своего Господа, потому что они носят язвы за Христа. И как царский венец, украшенный со всех сторон различными камнями, производит разнообразный блеск, так точно и тела святых мучеников, усеянные язвами за Христа, как бы дорогими камнями, являются драгоценнее и великолепнее всякой царской диадемы. Мирские распорядители, ротоборцы, назначив борьбу, считают за величайшую славу, когда выводят на поприще и на подвиги молодых и крепких бойцов, которые бы, прежде нежели отличиться в ротоборстве, благоустройством своих членов, возбуждали в зрителях удивление. Но здесь не так, а совершенно напротив. Христос, открыв ротоборство, не такое, как те, но страшное и ужасное, потому что здесь не сражение людей с людьми, а борьба людей с бесами. Открыв нам такое ротоборство, вывел на подвиги не молодых и крепких бойцов, но малолетних отроков и с ними старца Елеазара, и кроме того престарелую жену, мать этих отроков. Что же это значит, владыка? Столь неспособный возраст ты выводишь на поприще для ротоборства. Кто слыхал, чтобы когда-нибудь выходила на борьбу женщина в такой старости? Никто не слыхал этого. Но я, говорит он, самыми делами оправдаю это дивное, новое и никогда не слыханное событие. Я не такой распорядитель ротоборств, чтобы предоставлять все силе ротоборцев, но я сам нахожусь при моих подвижниках, помогаю им и подаю руку. И большая часть действий их происходит от моей помощи. Итак, когда ты увидишь, что женщина дряхлая, престарелая, нуждающаяся в посохе, выходит на борьбу, низлагает бешенство тирана, превосходит бесплотные силы, легко побеждает дьявола, с великой силой сокрушает крепость его, то подивись благодати распорядителя ротоборства, изумляйся пред силою Христовою. Не крепки телом эти ротоборцы, но крепки верою. Немощна их природа, но могущественно умастившая их благодать. Ослабели тела от старости, но окрепли умы любовью к благочестию. Это не чувственная борьба. Посему, взирая на этих подвижников не по внешности, а проникни мыслью в благоустроение души их, познай силу их веры, дабы убедиться, что сражающиеся с бесами не имеют нужды ни в крепком телесном сложении, ни в цветущем возрасте, но хотя бы он был весьма молод или достиг до крайней старости, а имел бы душу доблестную и твердую, от возраста он нисколько не потерпит вреда в подвигах.
664. Что и говорить о старце юноше, когда и женщины выходили на эти подвиги, получали светлые венцы. На мирские ратоборства, требующие известного возраста и пола, и звания, не допускают ни рабов, ни женщин, ни стариков, ни детей. А здесь поприще со всей свободой открыто для всякого звания, для всякого возраста и для всякого пола, дабы ты познал щедродательность и неизреченную силу учредителя этого подвига и видел на самом деле подтверждение апостольского изречения. Сила его совершается в немощи. Потому что когда дети и старцы оказывают силу сверхъестественную, то совершенно ясно видна благодать, действующая в них Бога. А чтобы ты убедился, что это внешняя телесная немощь, подвижников делает их еще более славными венценосцами, мы теперь оставим старца и отроков, представим слабейшую их женщину, престарелую, мать семерых детей, потому что и болезни рождения служат немалым препятствием к таким подвигам. Что же прежде всего достойно в ней удивления? Слабость ли пола, или преклонность возраста, или удобно раздражаемость материнского сочувствия? Это все великие препятствия к подвигу, требующему такого терпения. Но я могу сказать еще нечто другое, важнейшее этого, из чего мы увидим и мужество жены, и все коварство дьявола. Что же это такое? Посмотри на злобу нечистого беса. Он ее не прежде всех извлек на поприще, но после детей вывел на подвиги. Для чего? Для того, чтобы мучениями семерых детей, предварительно помутив ее рассудок и сокрушив крепость души, после того, как от зрелища сыновних страданий истощатся ее силы, потом легко победить ее уже изнемогшую. Не на то смотри, что они терпели мучения, но заметь то, что она при каждом из них чувствовала тягчайшее страдание и с каждым из них подвергалась смерти. То, что говорю я, хорошо знают те женщины, которые испытали болезни деторождения и сделались матерями. Часто мать, видя свое дитя страждущим горячкой, готова бывает вытерпеть все и даже перевести пламя болезни из его тела на саму себя. Так матери считают страдания детей более несносными, нежели свои собственные бедствия. Если же это справедливо, как и действительно справедливо, то эта мать терзалась страданиями детей сильнее самих детей, и большее мученичество было у матери, нежели у детей. В самом деле, если один только слух о болезни одного дитяти раздирает утробу матери, то чего не вытерпела она, когда был умерщвляем не один сын, а такой сон детей, и когда она не по слуху узнавала об их страданиях, но своими глазами видела случившееся. Как она не лишилась рассудка, видя, как каждого из них медленно убивали различными страшными муками? Как не исторглась душа из ее тела? Как она при первом взгляде не бросилась на костер, чтобы избавиться от зрелища последующих мучений? Хотя она была и любомудрая жена, но мать. Хотя и боголюбивая, но облеченная плотью. Хотя преданная вере, но причастная женской природе. Хотя пламеневшая ревностью, благочестию, но связанная узами болезни и деторождения. Если мы, мужчины, в виде преступника, которого ведут по торжищу с веревкой при устах и влекут к месту казни, часто сокрушаемся от одного этого зрелища, не имея никакого основания любить его, а имея даже достаточное побуждение удерживать от такого чувства сострадания в злодействах осужденного, то что должна была перенести она, видя не какого-нибудь одного преступника, ведомого на казнь, но семерых сыновей своих, вместе в один день убиваемых не скорой смертью, но разнообразными пытками? Подлинно! Если бы это была женщина каменная, если бы внутренность ее была составлена из адаманта, и тогда не возмутилась ли бы, не почувствовала ли бы она чего-нибудь такого, что свойственно чувствовать женщине и матери? Вспомни, как мы удивляемся праотцу Аврааму, что он, принося в жертву своего сына, связал его и положил на жертвенник, и тогда ты хорошо поймешь, каково мужество этой жены. О, горестнейшее и вместе приятнейшее зрелище! Горестнейшее по свойству того, что происходило. Приятнейшее по расположению той, которая была зрительницей. Она не смотрела на текущую кровь, но взирала на сплетаемые венцы правды. Не смотрела на строгаемые бока, но взирала на уготовляемые вечные обители.
не смотрела на около стоявших палачей, но взирала на окружавших ее с детьми ангелов. Забыла о болезнях рождения, презрела природу, не смотрела на возраст, презрела природу, действующую столь тиранически, природу, которая обыкновенно владычествует и над зверями. Так многие зверей, с трудом уловимых, уловляются, когда они по привязанности к детям забывают о собственном спасении, и пренебрежение себе попадает в руки ловчих. И нет ни одного животного столь слабого, чтобы оно не защищало детей своих, или столь кроткого, чтобы оно не раздражалось, когда убивает его детей. А эта женщина преодолела власть природы, простирающейся и на разумных людей, и на бессловесных животных. И не только не бросилась на голову тирана и не сцарапала ему лица в виде терзаемых детей своих, но показала такое чрезвычайное любомудрие, что даже сама приготовляла для него бесчеловечное пиршество. И так как первые дети еще были мучимы, укрепляла остальных к перенесению таких же страданий. 666. «Пусть слушают это матери! Пусть подражает мужеству этой жены и любви ее к детям. Пусть они так воспитывают детей своих. Не родить только дело матери. Это зависит от природы. Но воспитывать дело матери, потому что это зависит от воли. А чтобы ты убедился, что не рождение делает матерью, но хорошее воспитание их, послушай Павла, который удостоит венца вдову не за рождение, а за воспитание детей. Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитывала детей, принимала странников. Он указал потом на главное в добрых делах. Воспитывала детей. Не сказала, если она родила детей, но воспитывала. 1 Тимофея 5:9. Представим же, что должна была вытерпеть эта жена, если только должно назвать ее женою, которая видела, как пальцы сына ее трепетали на горячих угольях, голова спадала, железная рука ложилась на голову другого сына и сдирала с нее кожу. И между тем страдалец еще стоял и разговаривал. Как она могла раскрыть уста? Как могла двигать язык? Как душа ее не вылетела из тела? Как? Я объясню это. Она не смотрела на землю, но готовилась только к будущему. Она боялась только одного, чтобы тиран не сделал пощады и раньше не прекратил борьбу, чтобы не расторг сонма детей ее, чтобы некоторые из них не остались неувенчанными. А что она этого боялась, видно из того, что последнего сына она почти руками своими взяла и поставила на жаровню, употребив вместо рук словесные к нему увещания и наставления. Мы не можем без скорби слышать и о чужих бедствиях, а она без скорби смотрела на собственные. Будем же не просто слушать об этом, но каждый из слушателей пусть принесет все эти печальные события на своих собственных детей. Пусть представит любезные лица их и, представив перед собой своих возлюбленных, пусть припишет им эти страдания. Тогда он и поймет хорошо силу сказанного, или лучше и тогда не поймет вполне, потому что собственных страданий не может изобразить никакое слово, а только опыт дает о них понятие. Теперь, после увенчания семи сыновей, уместно сказать о ней следующее пророчество. «А я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, на Олимпийских играх, где часто сходятся тысячи бойцов, венец возлагается только на одного, а здесь из семи ротоборцев стало 7 венценосцев. Какую ниву можешь ты показать мне столь плодородную, какое чрево столь плодовитое, какое деторождение подобное этому? Мать сыновей Зеведеевых сделалась матерью апостолов, но только двоих. А чтобы одно чрево произвело 7 мучеников, этого я не знаю. Притом она и сама себя приложила к ним, сделав прибавку не одной только мученицы, но гораздо большего числа. Из 7 сыновей стало только 7 мучеников, а тело матери, предавшее себя к ним, хотя было одно, но заменяло собой 2 мучеников, как потому, что она мучилась при каждом из них, так и потому, что она же и их сделала такими, родив нам целую церковь мучеников. 7 сыновей родила она, и ни одного для земли, но всех для неба,
или лучше всех их родила для Царя Небесного жизнь будущую. Итак, дьявол вывел ее на ротоборство последней по той причине, о которой я выше сказал, то есть чтобы наперед, истощившись в силах зрелищем мучений сыновей своих, она сделалась удобопобедимою, выступив последней против врага. Если люди видят текущую кровь, впадая часто в изнеможение, и много нужно пособий, чтобы возвратить оставляющую их жизнь и отлетающую из тела душу, то эта жена, видя такие потоки крови, истекавшие не из чужого, но из сыновнего тела, чего не вытерпела, какого смущения не испытала в душе. Итак, дьявол, как я выше сказал, привлек ее на подвиги после детей для того, чтобы она сделалась слабее. Но произошло противное. Она вышла на подвиги еще с большей бодростью. Отчего? И почему? Потому что она уже не боялась и не беспокоилась за кого-нибудь из оставшихся при ней детей, чтобы они как-нибудь, ослабев духом, не лишились венцов, но как бы сложив всех их в безопасное хранилище на небо, препроводив их горним венцам и неизменным благам, она смело вышла на борьбу с великой радостью и сама, приложив собственное тело к сонму детей, как бы драгоценнейший камень к какому-либо венцу, отошла к возлюбленному Иисусу, оставив нам величайшее утешение и увещание. Увещание делами своими, с твердой душою и возвышенным умом принимать в себе все. В самом деле, какой муж, какая жена, какой старец, какой юноша может получить извинение или иметь оправдание, если страшится угрожающих ему за Христа опасностей, после того, как жена, престарелая, мать стольких многих детей, подвязавшаяся прежде благодати, когда еще заключены были врата смерти, грех еще не был истреблен, и смерть не была поражена, с таким усердием и мужеством претерпела такие мучения для Бога. Помышляя всем этом, и жены, и мужи, и юноши, и старцы, начертав на сердце своем, как бы на каком-нибудь доске подвиги и ротоборство этой жены, будем сохранять в душе наше ее терпение, как постоянное наставление к презрению бедствий, дабы мы, будучи здесь подражателями добродетели этих святых, и там могли быть общниками венцов их. Какое они показали любомудрие в опасностях, такое и мы покажем терпение в обуздании безумных страстей, гнева, корыстолюбия, сластолюбия, тщеславия и всего прочего подобного. Если мы преодолеем пламень этих страстей, как они огонь, то будем иметь возможность стать близ них и иметь одинаковое с ними дерзновение, которого досподобимся все мы благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу слава со Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.